Еще несколько минут у тебя будут неприятные ощущения. Активизация адаптогенных механизмов человека иногда сопровождается появлением чувства сильного страха. Не беспокойся, через некоторое время твой организм будет готов существовать в новых условиях. Кто вы? Откуда? Мое имя Яхор. Что касается места, откуда и как мы прилетаем, это не объяснить вашими терминами. Приглашаю тебя занять место рядом со мной и услышать объяснение. Не удивляйся тембру моего голоса. Помимо мыслеформ, я буду использовать синтезатор земной речи. Важно, чтобы ты все правильно понимал. Ваша планетная система вошла в фазу возрастания активности Солнца в течение ближайших 13-14 лет. Мы ожидаем события, которые, возможно, не сможем контролировать эффективно и незаметно для землян. Кажется, я догадываюсь. В своей космогонии пифагореец Филолай рассказывал об антиземле, некой планете, которая находится за Солнцем. Наш астрофизик Кирилл Бутусов, произведя соответствующие расчеты, также сделал вывод, что в нашей Солнечной системе где-то спрятана очень большая масса, которая оказывает периодически очень мощное гравитационное воздействие на Землю. Многие из тайн вскоре станут явными. Ваша цивилизация стоит на пороге важнейших событий, поэтому к ним следует готовиться. Что, собственно, вы имеете в виду под словом «готовиться»? Кому готовиться? Нам или вам? В ходе этой работы инопланетные корабли будут много попадать в поле зрения землян. Необходимы разъяснения, чтобы земное сообщество не приняло это за нашествие и не совершило глупых и самоубийственных военных акций. Исследуя НЛО и историю земной цивилизации, ты и стоящие рядом с тобой приблизились к разгадке, поэтому ты здесь. Как нам известно, мнение землян о пришельцах разнородно, от восхищенного до враждебного, и многие далеки от истины. Действительно, в этой теме есть профессионалы и есть дилетанты. Одни изучают эту тему и знают о ней многое, пытаясь передать людям суть и истину этой проблемы. Другие, не специалисты, пытаются использовать эту информацию в своих личных целях. Уточни, кого ты называешь профессионалами в теме НЛО. Существует три категории людей, чьи признания об исследованиях НЛО или откровения вызывают соответствующий резонанс среди людей. Это уфологи, спецслужбы и государственные деятели. Вот именно на них стоит остановиться. Реакция земных правительств может стать главной проблемой. Все, что касается правительства, то здесь масса заинтересованных людей. Они готовы тоже высказаться. И среди них есть люди, кто, собственно, сам лично наблюдал НЛО. Но политики оглядываются на общественное мнение. А ты знаешь, что в уме у большинства людей и о чем они тебя спрашивают? Просканируем этот спектр вопросов. Положи руку на биосенсор, и эти мысли формы будут видны. НЛО всосал семью в автомобиле. Пришельцы сделали меня беременной. Я летал на НЛО. Найдены в джунглях. Эльфы средневековья, космические пришельцы. Моя собака – пришелец. Понятно.
Этот фильм делали люди в черном состоянии. Я к тебе обращаюсь. Знаешь, сколько твоих родичей я перешлепал мухобойкой? Ты для меня просто грязное пятно на газетной странице. Мерзкий трупожор, кишечный паразит. Это независимость от реальности. Время вышло. Этот фильм о поисках врага. Здесь люди увидели врага в лице пришельца. Вот так люди представляют себе инопланетную активность. Спасибо, Валерий, за доступ к твоей памяти. Спектр этих вопросов – отличный срез настроений земного общества. Действительно, ситуация выглядит таким образом, что одни исследуют НЛО, а другие на этой информации делают деньги. Одни пытаются донести о результатах правду, а другие снимают фильмы жутиками, которые воплощают в людей страх. Но еще есть обычные люди, которые видели НЛО своими глазами. Пожалуйста, положи руку на сенсор. Просканируем эту информацию. Глаза подняла, и пришлось мне вытянуться. А как я у него ноги? Я вытянулась, посмотрела ноги. Ноги точно так же. Также четыре пальца. Они стояли вот так, и ко мне были видны эти пальцы. Вот. И когда я так на ноги посмотрела, он мне опять. И глаза подняла кверху. И вот только тогда я разглядела его глаза. Знаете, они были круглые. А вот сам взгляд я не помню. Ни зрачков, ни там этого я не помню. Думаю, что все-таки было? Сон? Вроде бы я не спала. В 5:45 заметили вот этот раз мерцающий что-то свет. Она перемещалась по траектории. К телебашне. К телебашне. И потом, конечно, ушла в 7:20. Около телебашни она зависала? Да, зависала и как раз излучала вот этот луч красного цвета. Вот возвращались мы домой с работы, задержались. Шли в 12 часу и дошли уже почти до домов своих и увидели, жена показала нам в небе красное облако. Ну, стояли мы, наблюдали за ним. Оно меняло форму, там все такое прочее, и спускалось вниз. Я живу тут со соседним домом, я раньше. Ну, попрощались и ушел. Только дохожу до подъезда. Вдруг Иван кричит, говорит, поди сюда быстрее, там что-то на небе горит. Я говорю, что там может гореть, кроме муны? Вот. Ну, когда подбежал, даже рот раскрыл от удивления. Такого ни разу не видел. Ну, это, говорит, бесформенный круг ходит. Там это вот сова, он все это что-то напоминает такое человеческое лицо с той стороны, профиль. Вот. Это было в один из августовских дней, очень ясных. Небо было сине-синее, было очень холодно. Скорее всего, это было 28 августа, ближе к вечеру. То есть время было около 5. Вот когда я сказала мысленно, что я вроде бы не против, этот предмет начал резко опускаться вниз. С севера на юг пошел неопознанный летающий объект. Он напоминал два круга, но между собой как бы другой. Свет шел от него матовый. Вот. Впереди него шла яркая звезда. Она как бы вот, ну, если образно сказать, то это когда вот с гавани выходит пароход, и его сопровождает маленький катер. И куда исчез этот кусок? Вы знаете, у меня такое ощущение, что через полтора дня его просто не стало. Часто люди, говорящие такое, другим не способны привести доказательств. Что вы можете сказать по поводу этого материала? Я возвращалась домой. Дошла вот до этого места. Здесь, около этого вот, около этой сосны, лежали два больших камня валуна, очень большие. Оттуда вышли две женщины. Они были очень высокого роста. Очень высокого роста, ну, метра за два, потому что я им была вот буквально вот, вот до сих пор. Во что они были одеты? Так, были одеты в блестящие костюмы, сильно обтягивающие костюмы.
сильно обтягивающие костюмы на голове, небольшие шапочки, которые прикрывали здесь, значит, чуть повыше до головы темечко. И здесь, значит, вот типа маленьких, таких вот маленьких небольших антенн. Но вот поразило лицо. Лицо было какое-то серо-зеленоватого цвета. Здесь было очень темно. Здесь сейчас хоть вечером вот посвящается, здесь дома. Но в тот вечер почему-то было темно. Эта дорога не освещалась. Сказали, пойдем с нами. У меня не появилось ни испуга, ни удивления, никаких эмоций я не обнаружила. Как, на русском языке сказали? На русском языке, но прям так странно. Сначала были какие-то сигналы. Пи-пи-пи-пи. А потом начали разговаривать с каким-то голосом, таким сдавленным, как будто выжимает у себя какой-то, даже какой-то, может быть, металлический. Пойдешь с нами? Вот типа такого. Хоть это смешно, но тогда было не смешно, не удивительно, как будто это так и должно было. В фантастических фильмах обычно такое вообще. Я вообще... Как их изображение? Я этими темами не интересовалась. Большинство землян не поверят этому рассказу. Те, кто слушает, представляют это по-своему, и так появляются мифы об НЛО. У большинства людей, кто сталкивался с НЛО, сложилось впечатление, что вы всесильны. Тем не менее, мы не боги и не всемогущие. Судя по тому, как вы меня забрали... Постарайся не волноваться и слушай. Это позволит твоему организму приготовиться к возвращению. Ты знаешь о нашем интересе к земным военным объектам. Разумеется, это интерес не к вашим древним технологиям, а к людям и их способностям. Военные и спецслужбы могли бы просветить общество. Ты знаешь об этом. Спецслужбы многих стран мира в течение десятилетий собирали эту информацию. И мы в течение своих исследований не раз сталкивались с представителями наших российских спецслужб, которые в течение 20 с лишним лет собирали эту информацию. И на сегодня готовы ее представить людям. Другое дело, что есть гриф «секретно», и они не могут эту информацию раскрыть до тех пор, пока не будет принято государственное решение о раскрытии этой информации. Но сами люди... И эта информация готова быть представлена в любой момент, когда только будет на то государственное решение. Есть то, что может быть открыто без ваших государственных решений. Сейчас тебе пора возвращаться. Есть маленькая просьба. Если возможно, перед тем, как я опять окажусь в тарелке, сделать так, чтобы я заранее почувствовал о том, что я нахожусь в зоне приглашения. Незадолго до встречи ты получишь мысленный сигнал и сможешь приготовиться. Итак, ты возвращаешься, и я возвращаюсь. Mm-hmm.